Кай, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. И как бы уже миллион разгорелись, ставьте огромный палец вверх сейчас на все наши видосы и на мой, и на Жеки. Набираем 15 лайков и сразу же выходит следующая серия троллинга. Поэтому вперед. Согласен, компаньон, согласен. Вперед, поехали. Лайк, не забудь. А, да, поехали, да. Завис. Меня террористы заминировали, ребят. Я не знаю, вот у меня там тинти лежит, я не знаю. Но, короче, взорвется через 15 минут, и я даже не знаю, что мне делать. Короче, мне нужно как-то попросить Жеку, чтобы он мне помог. Потому что я никак не смогу вот это все разрулить. Как видите, у меня весь троллинг, у меня вся комната заминирована. Просто все в тинти, я не знаю, как мне вообще выбраться с этого дерьмища. Вот. Поэтому, давайте мы сначала пройдемте, троллинг Джеки, и потом вернемся на мою карту. Я даже не знаю, что мне делать, у меня тут криперпарчики стоят. Короче, мне нужна помощь Джеки, но, ребята, не забывайте ставить лайки всего лишь. Дайте мне 2 секунды, а? Это меньше, чем вы ходите в туалет по важным делам. Лайкусик поставить, секунда. И подписаться на канал, тоже секунда. 2 секунды. Лайки, подписка, пиписка, и все, хорошо. Поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте лайки, подписывайтесь. А мы погнали к Евгению. Что-то странное творится, потому что я машину через блоки вижу. Ну хорошо. Погнали. В путь, товарищи. В путь. Ну что? Айо. Заходи на карту. Жека, у меня там вообще проблемы. У меня там такие проблемы, ты себе даже не представляешь, какие у меня проблемы. Вот поэтому надо пройти твой троллинг как можно скорее, потому что у меня там проблемы, понимаешь? Проблемы! Подожди, давай так, начнем с того, что никаких у тебя проблем нету. Хорошо, я забуду на время твоего троллинга все свои проблемы. Ты посмотри, что это. Марина, посмотри на надпись. Это Ed Incorporated. You know English, bro? Ну да, понимаешь, просто не влезла тут Си, вот, но вообще это Edison Incorporated, понимаешь? Хорошо. Edison, ты в недалеком будущем, понимаешь? Подожди. В недалеком будущем ты станешь не президентом, ладно, ты будешь владеть целым небоскребом, который будет называться Edison Incorporated. Страшный какой-то небоскреб на самом деле, страшный. Это страшный небоскреб на самом деле, это страшный. О, что это такое, что это было? Еще раз давай. Какие-то помехи. Ладно. Еще раз, я что-то ничего не заметил. Я что-то даже вообще не понял, что произошло. Вот, Эдисон, в общем-то, все хорошо. Ты будешь владеть целым небоскребом, но ты ключи потерял. Короче, ищи ключи и все. Ты... Жека, у меня мозги, наверное, поехали, поплыли. Я что-то странное за стеной вижу. За стеной что-то. У меня им, волхаки, меня сейчас забанит вакбан, понимаешь? У меня сейчас вакбан будет. Валв, не бань меня, пожалуйста. Странное, да, что-то происходит? Странное. Да, вообще странное, что-то вообще не понимаю. Вот вообще непонятное. Вот ты давай, где нужно найти ключи от твоего. Эдисон Инкорпорейтед. Да. Все очень. Эдисон Инкорпорейтед, конечно, хорошо, я согласен, да. А что тут такое? Очень даже просто, все очень. В Эдисон Инкорпорейтед, что все так сложно? Так, хорошо. А куда мне. Так, спавн. Да, спаун поинт. Ты можешь меня не толкать, пожалуйста, хорошо? Так, тебе. Так подожди! Ага, что такое? Я еще и обратно не могу вернуться. Ты собакин, понимаешь? Вот я мог сюда залезть, Собакин. Я мог туда залезть. Что ты сделал? Зачем ты меня толкнул? Собакин, да. Собакин, зачем ты меня толкнул? Смотри, там какой-то сундук, да, есть сундук. Да. Какой-то сундук. Какая-то карточка есть. Да. Ну, в принципе, смотри, ты можешь выбраться здесь. Я, да, но тут невидимые блоки и... Да, ой. Да, здесь все-таки невидимые блоки. Печаль! Именно тут ты не можешь выбраться, Эдисон. Тебе нужно как-то по-другому выбраться отсюда, ты понимаешь? Как-то по-другому. Не надо сюда прыгать. Я вообще не знаю, зачем мы деревья понасадили. Да твою мать, да я запрыгну. Давай мы сделаем правило, короче. Тебе нельзя залезать на деревья. Охренеть, да правило. А как? А все на самом деле очень просто. Все очень просто, Эдисон. Все очень просто, думаешь? Да, все очень-очень просто. Да, собака! Собака, да, собака это хорошее животное, я считаю. Я соглашусь, да. Да, это очень даже хорошее животное. И что это было таким? Странные вещи происходят, да, здесь? Вообще непонятно. Чё тут творится, странные какие-то вещи. Жека, я сплю, мне кажется, да, я сплю. Не знаю. Опа! Не, ну давай вот это не считается, я не буду сейчас все заново проходить, мать твою. На два блока нужно запрыгнуть, я вообще не понимаю, в чем проблема.
Все, вот и просто вот лети. Все, лети вверх, в небеса. Фитя, Фитя, опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Опа, прошел, я прошел. Так, машина вот это меня напрягает, вот эта машина. Ты вот молодец, это ты напрягает меня, машина? Вот эта, машина, которая за стеной стоит, я ее вижу. Я вижу сквозь стены, понимаете, сквозь стены это, вижу. Это помехи, помехи, все помехи, хорошо. Так, хорошо. Странное тут что-то происходит, да? Странное да, вообще, непонятно. Так, какой лифт, странный. Лифт какой-то. Да, лифт. Да? Поднимайся, это твоя, как бы, твоя... А почему у меня в моем небоскребе есть как бы лестница на второй этаж, но потолок мешает туда пробраться? Странно, это не обращай внимания. Ага, то есть мы будем смахивать, мы будем всегда отвечать на что-то странное, то, что странное, да, происходит, странное происходит. Да, 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 на самом деле это правда. А если я не хочу никуда не пойти? Не-не-не, тебе нужно войти с Incorporated. Хорошо, я пойду. Так, работники, да, там уже заждались, надо всех припахать работать. Работники заждались, работников что-то, ну они еще не пришли просто, ну давай спускайся. У меня тут ремонт нужен, вот тут надо будет построить, вот тут мой кабинет будет, кабинет мой тут будет, да. Да-да-да. Вот садись, это твое место, Эдисон, садись. Нет, мое место там будет, там будет. Да, ну хорошо, хорошо. Ты там на мою карту не смотри, не смотри на мою карту. Эдисон, тебе телефон звонит. Нет, это тебя глючит, ничего. Не, у тебя телефон звонит, на самом деле. Там просто при монтаже ты добавишь звук, телефон звонит, понимаешь? А, при монтаже. Сейчас, подожди, подожди. Хорошо, давай сначала, давай я вот это. Давай я вот. Подожди, я вот это все вырежу, поэтому не горит. Давай все заново, типа этого не было. Я вот это все вырежу. Давай, подожди, ты на лестницу встать, на лестницу. Да, я. Да подожди, я еще включу. Сейчас монтаж будет. Давай, давай. Все заново. Раз, два, три, давай. Так, давай. Ой, Эдисон, где телефон? Телефон звонит! Телефон звонит! Реально звонит! У меня в наушниках ищи телефон! Ищи быстрее телефон, ищи его! Звонит, а у нас домашнего нету, а мобилка не звонит или где-то звонит. Где звонит? А, знаю, это в Майнкрафте звонит! Так, да, где-то здесь, ищи телефон! Где телефон? Где телефон? Так, так и неожиданно телефон! Где-то тут, телефон зазвонил! Да. Вот, где-то, мне кажется, вот тут, где-то здесь. Эдисон. Да, телефон вижу, 10-й iPhone. Алло, ара, прием, да, все нормально. Так, купил. Алло. Алло. Здравствуй, Эдисон. Привет. Ты избранный, Эдисон. Ну, я-то знал до сих пор. Ну, продолжай. Ты избранный. Ты знал, что здесь происходят странные вещи? Странные, да, вот это. А ты... Я, допустим, сейчас знаю, что ты смотришь на книжки. Как ты узнал? Я тебе расскажу. Расскажи. Только ты должен делать то, что я скажу, потому что за нами следят агентики. Расскажи мне будущее, сенсей, расскажи. Агентчики за нами следят. Агентчики за нами следят. Ты не замечал, что твоя жизнь очень цикличная, и в ней какие-то странные вещи происходят. Очень странные вещи происходят. Да, бывало такое, бывало. Очень странные вещи происходят. Лагает у меня все в глазах немного, да. Я тебе расскажу, ты хочешь узнать, почему так все происходит? Почему? Я тебе расскажу, только вначале мы должны с тобой встретиться. Пройди отсюда, пройди из этих книжек обратно в ту комнату, где твой кабинет. Пройди. Возле лестницы есть секретный проход. Возле лестницы. После лестницы потыкай на стену, если вот тут где-то, да, ты нет, дальше назад, вот немножечко до сюда вниз спустись, на лестницу встань, на ступеньки встань. Вот тут где, да, прыгай вниз. Не буду я умру. Доверься мне. Доверься мне. Ты хочешь узнать правду? Ты куратор? Не буду я не буду. Доверься мне, ты хочешь узнать правду? Куратор мне тоже так говорил, прыгай, ничего не буду. Доверься мне. Если ты хочешь знать правду, ты должен довериться мне. И как я узнаю правду, если я умру? Ты должен довериться мне. Ну хорошо, так уж и будет. Ой, я про другой проход говорил, извини. Хорошо, ну я это Майнкрафт, поэтому повезло. А, я опять. Давай сюда. Тут воды нету, это шерсть, это тоже воды нет. Это просто лаги. Это просто лаги, не переживай. Опа, вот это самое, вот это та машина, которая лагала. Садись в машину. Я не могу в эту машину сесть. Садись. Просто беги за машиной. А такси, да подождите. Я не хочу за машиной бежать. Беги за машиной. Давай. Подожди. Я буду летающий. Куратор, это ты? Ты знаешь, как меня зовут? Морфянка какая-то. Меня зовут Жекикус. Жекикус, я вас уже наслышал на самом деле. Ты замечал, что в этом мире происходят очень странные вещи? Странные, даже я... Много всего странного. Я хочу тебе открыть тайну. Все, что ты знал до этого, это все было нереально.
Жака, тут какой-то дебил говорит то, что я тебя не знаю, ты реально? Ты понимаешь, вся наша жизнь нереальна. Ты не владеешь никаким Madison Incorporated, ничего у тебя нету. Но у тебя есть выбор. Ты можешь просто уснуть, выпив синюю шерсть. И все забыть. Но ты можешь выпить красную шерсть, и тогда будет. Тогда ты узнаешь правду, и ты попадешь в реальный мир. А там что, это что? Это нереальный мир. Это нереальный мир. Да. Ну спать я, конечно, не хочу, потому что я уже выспался, да? Поэтому, наверное, красную. Красную? Эдисон, ты точно хочешь узнать правду? Точно, я прям хочу красную, вот это, красную. Ты понимаешь все последствия, ты больше никогда не вернешься в свой виртуальный мир, ты не будешь Эдисоном ПТС, у тебя не будет Эдисон Корпорейт, у тебя не будет канала, ничего, потому что все это не... Если это нереальный мир, я хочу в реальный попасть. Ты хочешь в реальный попасть? Ты в этом уверен? Да. Ты прям точно в этом уверен? Давай, в реальный. Ну тогда жри её! Жри её! Я в ну вот, Эдисон, мир. Мы с тобой в реальном мире. Это твой реальный мир, это твой реальный мир. Нет, это не мой реальный мир. Нет. Эдисон, ты сам хотел узнать правду. На самом деле мы все космическая пыль, и мы умерли в 2019 году, и все мы живем и развиваемся в писюнах. Вот. Ты, конечно, вылез из писюна. А ты? Вот. Я тоже вылез, я тут уже в реальном мире нахожусь. То есть ты тут уже давно обитаешь, да? Ты уже научился, как с ними справляться. Я вот избранный, ты должен спасти мир от писюнов. Писюны захватят мир, да? Писюны всему каранты придет, да? Каранты всему. Все, Эдисон. Теперь ты в настоящем мире, возрадуйся в мире из писюнов, а я пошел проходить твой троллинг. До свидания. Телефон звонит, слышишь? Телефон Жека звонит. Не слышу. Давай перезапишем, ты это вырежешь. Вот сейчас. Жека, телефон звонит, слышишь? Опять нам говорят, нас обманули. Верните мне в реальный мир, пожалуйста. Ничего не звонит, ребят. Это все ложь. Вы же слышали. Если вы это слышали, если вы слышали то, что звонит, то ставьте лайки. Это странные вещи. Если глаза у вас есть, тоже ставьте лайки. Странные вещи вообще происходят. Очень странная вещь. Ну хорошо, пошли. В общем, Евгений, тут у меня жопа, понимаешь? Жопа. Я понимаю, в мире спичинов, это, конечно, жопа. У меня тут жопа, понимаешь? У меня тут Тинти, у меня в руках Тинти, в реальной жизни Тинти, в Майнкрафте Тинти, у меня везде Тинти, короче. Я не вижу в Майнкрафте, нет у тебя Тинти никакого. Так ты подожди, я тебе еще всю. Короче, у меня тут бомба, понимаешь? К нам, пока ты там в своей комнате находился, к нам криперборщики ворвались в дом террориста, понимаешь, терроризировали. А ты же сказать не мог, что мы мой троллинг-то проходили. Так я тебе, так вот ты сказал, типа, нет, Эдисон, подожди, сначала пройдем мой троллинг, а потом вернемся к твоему. Поэтому у меня тут жопа, понимаешь, мы еще умрем через 5 минут, у тебя есть ровно 5 минут, чтобы спасти и меня, и себя, и всю нашу хату. Ах, что тут такое? Да ты подожди, ты сейчас. Сейчас взорвется, конечно. Да я куда-то поставлю его сюда нахуй. У нас есть ровно 5 минут. 5 минут, чтобы спасти вот эту всю хренотень, которую байду, которая тут творится. Давай, заходи. Хорошо, давай, быстро. Спаунпоинт поставлю. У тебя есть ровно 5 минут. Тебе нужно найти. Подожди! Дебил! Не умирать нужно найти выход. Короче, Жека, я тебе так скажу. А можно писифул? Писифул. Да, можно и писфул, как хочешь. А, в общем, Жека, тут, короче, такая, иди сюда, иди. Короче, у меня тут, как я уже сказал, Тинти, понимаешь? Вот, у меня тут Тинти в руках. И тут нужно 4 цифры, чтобы разминировать этот Тинти. Или кирдык будет, понимаешь? Понятно. Вот, поэтому, давай, нужно как-то разминировать, Жека, там... Что это было? Да я сам не знаю. Ты понимаешь, тут крип... Так а что, как это? Так не надо умирать. Короче, Жека, тут у меня очень маленькая территория. Вот крипербатчики построили вот такое, понимаешь? Вот тут у них где-то хранятся потайные коды, хранится у них, чтобы разминировать Тинти, понимаешь, Тинти. Понял. Короче, как куда бы... А я тут случайно у них кнопочку стараторил. Вот сюда, давай, Жека, тут попробуем. Да. Чё у них тут такое? Иди сюда, тут попробуем. Давай. Так, заходи. Поехали. Код надо... Ёперный театр, что происходит? Мысли происходят. Давай, код нужно найти, код нужно найти. Мина, тут минное поле. Да давай, там сундук справа, быстренько хватайся за сундук. Сундук справа. Не вижу никакого сундука справа. Там нет ничего, ты не... Сундук! Надурить меня! Сундук прямо справа! Так не важно, Жека, я на твоей стороне, понимаешь? Тут крипербарчики захватили. Жека, у тебя есть ровно еще 4 минуты. Я понимаю, что я бегу! Так, молодец. Тебе нужно найти секретные материалы, понимаешь? Там ничего нет, там тоже ничего нет. Вижу, я там видел. Что там было? Давай, как? Листочки есть. Да, я вижу, я посмотрел на этот листочек. Листочек на самом деле очень даже
тоже ценный, там много всего информативного. А как, если я подойти, так, не могу. Я тебе помогу, давай. Давай, быстренько. Пошел. Не тот листок, надо какой-то другой листочек искать, понимаешь? Так. Так, у тебя три с половиной минуты есть, три с половиной... Да нет, нифига, все, нет, ничего нет. ТНТ в руках, если понимаешь... Да дверь не открой, а не свои ТНТ лапой, давай. В смысле, понимаешь, если я буду небрежно обращаться с этим ТНТ, то он взорвется. Вот, надо обезвредить ТНТ, понимаешь, ты где, Жека? Вот, я... Найди меня, Дебил, не туда! Как ты сюда забрался? Не сюда, тебе сюда не надо, Короче, давай, иди сюда. Так уже забрал. Да, можно, да, все, уже нельзя, давай. Вот сюда, открой мне дверь, пожалуйста, я знаю, выстырил еще одну. Я еще одну, как ты догадался? Странные вещи. Я вообще себя ванга. Странные вещи происходят. Давай, проходи. Давай, быстро, сундук. Так, пошел в жопу, да? А, нет, Боу. Нет, смотри. Лук там. Лук есть. Там. Да нельзя тебе туда забираться никуда. Нельзя. Я проверить. Хорошо побежали. Куда побежали, криперпальчики? Давай сюда, быстро. Давай, ты пехайся ко мне. Давай быстро. У тебя три минуты осталось, понимаешь? Три минуты. Отлично, куда? Так, сюда, да? Куда ты, дебил, ты пехни сюда? Почему ты пехаешься без разрешения? Все, больше не... Ты пехнись, я не понял. Так один раз ты пехнись, а не два раза ты пехнись. Так я умер, потому что первый раз. Так не надо умирать. И так сейчас умрешь через 3 минуты, криперпальчики все взорвут. Да в том-то и дело, ёкарный бабай, умираю. Сюда, да, ты в правильном направлении, у тебя тут подсказка, у тебя тут паутина, у тебя тут есть вот эти, как сказать, таблички. Тебе надо... Да, я прыгнул на табличку. А так не все таблички, я не знаю, что там криперпальчики вообще задумали. Какие-то таблички хорошие, какие-то плохие, понимаешь? А, фига себе, ты еще должен понять, какие плохие, какие хорошие. Да, там таблички вообще паскуды, и хорошими, и плохими бывают. Так. Плохая! Тут все плохие. Плохие все таблички. Плохие. Так, плохие. Так, подожди. Дай вспомнить. Сюда, я еще одну кнопочку стараторил. Давай. Так, ничего не вижу. Так, сюда тебе, сюда нужно. Да, блин, я ничего не вижу, там какие-то шипы странные. Давай, почепизили сюда. Давай. Да какой ты? Какой ты? Я ничего не вижу. Там туман появился. Офигеть, реально новый эффект Майнкрафта. Давай, почепизили сюда. Давай, открывай. Хорошо. Давай, он тоже будет пошел в жопу, да? Так не. Ну ты дурак, давай, заходи быстро, давай, быстро, давай. Через воду, через соленую, нехорошую воду. Нет, что я сделал? Зачем я сюда влог поуху? А что там ничего нет? Ничего нет, вот сраные криперпальчики, давай обратно возвращайся. Да ты дурак, конечно. Хорошо, отлично. Нет, Жека, у тебя минута осталась, я не знаю, что делать. Две минуты. Я тоже не знаю, что делать. Ты мне говоришь, что не знаешь, что делать. У меня тут в комнате ТНТ есть, они сейчас нахрен на всех взорвут, понимаешь, вот эти ТНТ, они заминировали, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, единственное. У тебя, смотри, ТНТ, ну как бы у тебя же на карте, поэтому я пошел, наверное. Не на карте, в реальной жизни! Да, совсем уж там парень. В реальной же странные вещи, я понимаю. Но мы вернулись в реальную жизнь. Мор сам, как там, кто там был? Жекику сказал то, что вот мы в реальной жизни, это реальная жизнь, Жека, понимаешь? Так вот, ай. Так что делать-то, ты мне скажи? Жека, 20 секунд осталось, Жека. 20 секунд. Да что мне делать, ты мне можешь объяснить? Я ничего не понимаю, 20 секунд у него осталось. Да чего 20 секунд осталось? Жека, я даже не знаю, что тебе делать на самом деле, это жопа какая-то. 10 секунд, Жека! Жека, надо спасать ситуацию, Жека! Жека! Иди сюда! Пошли! Давай, взорвётся сейчас! Добить меня, давай, сейчас! Взорвётся, давай! Побежай! Побежали! Жека, нет! Выкинь! Куда? Под стул, давай! Тебя открывай! Нет, не получается! Давай, прячься! Да вообще, петухи. Петухи позорные. Какие-то. Ладно, короче, нас обманули, Жека. Понимаешь? Это был пранк. Нас снимали на камеру. Я уже понял,
Что ты затроллил? Ай, я меня самого затроллил. Да, 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 все, все, я пошел. Короче, я предлагаю заканчивать вообще. А! Я предлагаю просто, понимаете, написать, что Эдисон паскуда. Что Эдисон пранкер, понимаете? Он меня затроллил, это на самом деле нехорошо. Я его зато затроллил, поэтому я бог троллина, понимаешь? А в общем. Я... Ты понимаешь, я ударился, пока бежал, понимаешь? Это все из-за тебя. Я в войне его затроллил, понимаете? Я даже не в Майнкрафте его затроллил, даже в реал лайфе его затроллил, понимаете? Поэтому все. Признанный победитель. Да, ребята, мне кажется, нужно ставить лайки и подписываться на наши каналы, потому что мы шизанутые. Вот, если хотите больше шизанутости, ставьте лайкусики и сразу же выйдет следующая серия троллинга, все зависит только от вас. Да, до свидания, и пока, я побежал, я пошел. Не работает. Тинтик какой-то непонятный. Не работает, это вообще.